на сегодняшний день, это хлеб, забыл фамилию предпринимателя, к сожалению, забрал. Мы с ней ведем переговоры по поводу того, что ее павильон попадает в зону благоустройства. Ведется, к сожалению, так, как идет. В любом случае, проблему сложно не решать, потому что здесь нужно будет эту территорию благоустроить. Предлагали альтернативные места, это уже как тонкости и частности. Сейчас мы собрались по поводу благоустройства, поэтому я думаю, что все работы мы постараемся выполнить в срок и с должным качеством. Подрядчик работает пока неплохо. Никаких вопросов, как я уже говорил, по срокам, каких-то опасений пока не вызывает.